Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы продолжим цикл видео о видах и содержаниях аквариумных растений. В данном видео я хотел рассказать вам о таком неприхотливом и очень интересном растении, как гигрофила. У меня в аквариуме растет гигрофила лимонник. Неприхотливое растение. Светолюбивое, правда. Размножается черенкованием. Отрезаете веточку. Заглубляете ее в грунт. Она пускает корни. Таким образом получаем новое растение. Досмотрите видео до конца, в котором я хочу рассказать вам о самых распространенных видах данного растения, его содержании. Гигрофила в зависимости от вида может произрастать как на суше, так и в воде. Гигрофила не только красивое, но еще очень полезное аквариумное растение. Оно поглощает нитраты и очищает воду. Гигрофила попала к нам в аквариуме в конце 40-х годов прошлого столетия. Ее привезли из Германии, поэтому за ней закрепилось название, данное в этой стране, индийская водяная звездочка. Оптимальные параметры для содержания гигрофилы от 20 до 28 градусов температура воды, в зависимости от вида. Жесткость большая не должна быть, не больше около 8. Хорошее освещение, частые подмены воды, освещение должно быть продолжительности не менее 12 часов. Грунт для гигрофилы желателен с крупного песка в перемешку с галькой. Заиленность может быть слабой. Если растений в аквариуме много, желательно применять комплексные удобрения.